Много спрашивают о капитане Волконогове, который появился тоже на, ну, в интернете, можно его скачать и посмотреть. Капитан Волконогов – это, безусловно, более сильное и более интересное и более неоднозначное художественное высказывание, чем Бонишин и Ширинов. Во всяком случае, я увидел в нем более серьезные вопросы, более серьезные моменты трактовки. Там есть что трактовать. Он мне показался очень зависимым от стилистики позднего Эйзенштейна, что и понятно. И в наибольшей степени, конечно, от финала второй серии Ивана Грозного, от «Красной пляски опричников». Во всяком случае, первые 10 минут – это прямая отсылка туда. Мне не понравился этот фильм. Я никогда не пытался сделать вид, что он мне понравился. Но это замечательно. Почему не понравился? Это там мои претензии частные, они никого не касаются. Тем более, я не собираюсь о нем писать. Но это значительное художественное явление. Это художественное явление, которая, как и фильм Балабанова «Груз-200», который мне как раз понравился, которая интересно анализировать. Интересно анализировать, что откуда, какой образ, что означает, какова трактовка, там, что имеется в виду, какая эпоха. Ну, фильм богатый. Богатый на ассоциации, трактовки, на догадки о генезисе и так далее. Интересно смотреть. Интересно смотреть именно аналитику. И в этом смысле, конечно, капитан Волконогов – одно из самых значительных художественных высказываний последнего времени. Нравится ли оно мне? Нет, оно не обязательно мне нравится. Оно мне не близко. Но оно занимает меня, оно увлекательно.